Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Здесь Шрила Прабхупада касается темы Бхагавадгиты. Кришна сам рассказал Бхагавадгиту Арджуне, но тот, кто читает эту великую книгу, тоже непосредственно общается с Кришной, потому что между Кришной и его словами нет никакой разницы. Некоторые считают, что Арджуна находился в более выгодном положении, поскольку был рядом с Кришной и лично получил от него наставление. Они не понимают, что как только у них откроются глаза, Кришна тут же пристанет перед их взором. И Прабхупада это утверждает, он должен это объяснить. Он ачарья, он может говорить, может действовать. Эти две функции в совершенстве. Есть ачарья, должен собственным примером и словами объяснять значение, скрытый смысл шастр. Все, что описывается в сокровенных разделах шастр, мы можем получить только через ачарью. Совершенное поведение, совершенное слово. Где-то он объясняет Бхагаватам, что именно по этой причине люди запутаны, что они не могут совершенным образом выразить свои мысли и желания внутренние. Они не знают, что они хотят. Они знают, во что верить, их вера тоже нестабильна, непостоянна, они живут в невежестве, поэтому их слова, они непостоянные, не тверды утверждения. Относительно они тоже меняются в соответствии с обстоятельствами, никто не знает, кого слушать, кому верить в итоге. Но ачарья говорит о Кришне, то есть эти слова неизменны, не отличаются от Кришны. Собственно, простая очень формула. Здесь Прабхупада утверждает, что можно увидеть Кришну лицом к лицу, как только откроются глаза. И как же они откроются глаза? Вот он будет сейчас объяснять при помощи Бхагавадгиты. Но не просто Бхагавадгиты, нет, как она есть. Так, так, мы уже упоминали, да? Так вот, когда мы изучали, читали 12 главу Бхагавадгиты, мы уже упоминали о том, что нельзя слушать перетолкованный смысл вед. Не нужно объяснять веды там, где нет необходимости, есть прямые утверждения вед. Нужно буквально принимать слова шастр. То есть, то Кришна говорит, Бхагавадгита это учебник. Это не аллегория, не символические какие-то представления. Нет места как бы выдумкам в этом смысле слова. Это точное научное знание. И если человек последует точно этим определениям, этому направлению, этому настроению, он, здесь Прабхупад говорит, откроются глаза при помощи Бхагавадгиты. О, Магьяна Тимиранда, Сьягьяна же наша лагая. То есть я рожден в невежестве, но мне нужен был свет, чтобы я мог видеть, и этот свет дал мне гуру, свет знания. Свет знания. Нам нужен свет Бхагавадгиты или свет Бхагавата. Божественный свет. Итак, откроются глаза, Кришна тут же пристанет перед их взором. В Чайтанья Чаритамрите рассказывается об одном неграмотном брамане из Южной Индии, который каждый день приходил в храм Ранганатхи и сидел там, делая вид, что читает Бхагавадгиту. Этот браман совсем не мог читать. И соседи, которые знали об этом, потешались над ним. Но однажды в храм Ранганатхи пришел Чайтанья Махапрабху. Увидев брамана, сидевшего с раскрытой Бхагавадгитой, он сразу понял, что перед ним преданный. Подойдя к нему, он спросил: «Дорогой браман, что ты читаешь?» В ответ браман сказал: «Я читаю Бхагавадгиту. Вернее, я пытаюсь читать ее. Так уж вышло, что мне не удалось научиться грамоте. Но мой гуру Махарадж сказал, что
Я должен каждый день прочитывать все 18 глав Бхагавад-гиты. Мы бы сказали что-то подобное, а так уж случилось, что я не был обучен ведической философии, мудрости, не было хорошего образования, но вот я читаю Бхагавад-гиту. Хотя мне это трудно, иногда я засыпаю, иногда не хочу читать Бхагавад-гиту. Мы видим, что есть такая сложность к чтению книг Прабхупады. Но наставление гуру такое, я делаю это, я пытаюсь, я не умею читать. Если даже я прочитываю буквы, я могу не понимать толком, о чем речь идет. Так же к этому может относиться. Чтобы выполнить волю своего духовного учителя, я каждый день перелистываю эту книгу. Все 18 глав пролистывал внимательно. Но я заметил, что ты иногда плачешь. Почему? Господь читает, спрашивает. Если ты не умеешь читать, то откуда эмоции? Да, я плачу, ответил Браман. Потому что, когда я раскрываю Бхагавад-гиту, у меня перед глазами встает картина. Кришна правит колесницей Арджуны, а Арджуна указывает ему, куда ехать. Шри Кришна так милостив, что согласился стать слугой своего преданного. Глядя, когда я вижу эту картину, слезы сами текут. Сами собой текут из моих глаз. Тогда Господь Чайтанья Махапрабху обнял его и сказал, ты действительно понял Бхагавад-гиту. Чтобы заниматься преданным служением, не требуется никакого образования. У нас много образования. Прабхупада говорит, не нужно образование. Как нам быть с этим? А мы говорим, образование нужно. Нужно учиться, сдавать шастры, у нас есть много хороших программ. Не требуется никакого образования, ни материального, ни духовного. То есть никакого, значит никакого. О чем же тут речь идет? Не обязательно даже понимать язык священных писаний. Можете не знать священных писаний. Я извиняюсь, но я просто повторяю за слова Прабхупады. Я тут ни при чем, не смотрите на меня так, то что. Все шишки сейчас на меня будут. Читайте, вот я. Язык священных писаний. Необходимо только одно – бхакти, любовь. Ну и откуда же так много писаний? Зачем так много разделов, шастр? Почему, если нужна только любовь? Не так просто обрести любовь к Кришне. Нужно много косвенно-вспомогательных вещей. Например, гуны материальной природы, нужно разобраться в них. Я знаю гуны материальной природы, тамас, раджа, сатва, я знаю, вот они. Что дальше скажете, учитель? Гуны выучил, тамас, раджа, сатва, я даже на санскрите могу перечислить все это. Вот в Бхагавад-гите описываются симптомы, я выучил. Сдал у меня 5 баллов. Здесь имеется в виду, может и не быть такого образования. Может не быть. Несущественно. Есть знания, полученные через гьяну. Есть знания, полученные через преданное служение. Вот об этом здесь речь идет. То есть, зачем я учусь? Почему я учусь? Чтобы приблизиться к Кришне. Вот это бхакти-гьяна. Вот это тогда учитесь, пожалуйста. Читайте, учитесь. Очень хорошо. Но любовь должна быть хотя бы как цель, как смысл обучения. Также касается деятельности, кармической деятельности, работы, любой деятельности, любой практики. Если за этим есть эта высшая цель в сердце, я готов на все. Я буду учить шастры, я буду трудиться, но зачем? А я хочу к Кришне приблизиться. Я хочу обрести эту любовь к Кришне. Вот это называется бхакти. Вот это и есть настоящее образование, то, о чем говорится здесь, в этом примере с Браманом. Он и читать-то не умел, но он так хотел приблизиться к Кришне. Он просто держал в руках Бхагавад-гиту, приближался к Богу, вот и все. Что понимал, это слова Кришны. Вот если что он понял. Кришна сам сказал, я не умею читать, но я же знаю, что он колесница Арджуны.
Он просто вспоминал Кришну, держа в руках Бхагавад-гиту. Вот это называется бхакти. Итак, шастры, конечно, имеют цель. Веданта крит ведавит эва чахам. Есть составитель веданты, есть цель вед, есть цель знания, и Кришна составитель вед, и Кришна же цель знания. Единственное, с какой целью мы изучаем Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, проводим классы или проповедуем, не для того, чтобы завоевать какую-то репутацию или славу проповедника, или слыть ученым, великим, а чтобы хоть на миллиметр приблизиться к Кришне, хоть немного привязаться к его имени, к его качествам. Ради этого мы готовы на все. Называется чистая бхакти. Став чистым преданным, человек забывает обо всех материальных удовольствиях. Быть бхактой не значит просто носить тилак и вайшнавскую одежду. Но у кого осталось желание удовлетворять собственные чувства, не может быть бхактой. Настоящий преданный стремится удовлетворить не свои чувства, а чувства Кришны. В духовном мире Вриндавана все, мать Ишода, Нанда Махарадж, Шримати Радхарани, Гопи, Шридам, Судам и другие мальчики-пастушки, а также земля, вода, деревья и птицы. Одним словом, все стремятся достать удовольствие Кришне. Вот весь смысл бхакти. Очень просто. Больше нет никакого другого смысла. И сути никакой другой нет выше, чем это. Просто достать удовольствие Кришне, больше ничего. При этом Кришна ничего не требует особого. Нет условий каких-то сложных. Все, что есть у тебя доступное, чистое, доступная вода. Немного воды. Листок тулуси в Вриндаване можно сорвать в Майяпуре, в Индии доступен. Цветок найти тоже несложно. Плод. Предложи. С любовью. С любовью. Бхакти. Все, что мне нужно. Предлог нужен. Цветок и предлог. Но что же происходит? Здесь Прабхупада будет описывать. Глядя на этот цветок, мы осознаем Кришну. Как удивительное творение. Незаметная вещь, собственно говоря. Вода, листок, кругом мы видим привычное дело. Но предлагая это Кришне, мы начинаем понимать Бхагавад-гиту, он семя всего живущего. Все исходит из семени. Все имеет начало. Он начало, середина и конец. Он описывает все это. В этом процессе бхакти, знание приходит, вот это есть образование настоящее. Через преданное служение получаем подлинное образование. Почему? Что это ачары-прачар. Это есть наше, наш образ жизни становится, поведение сразу же. Это знание можно воспринимать глазами и разумом. Даже не читая книг. Мы не говорим, что не нужно читать книги. Прабхупада говорит, нужно читать книги, шастры нужно изучать. Сейчас все скажут, что как важно читать книги Прабхупады. Очень важно, очень важно. Но вопрос, зачем это делать? Если мы это делаем ради материальной цели, мы постепенно скажем, ну я уже читал, но повторяющуюся информацию, собственно, я уже запомнил основные моменты, зачем же так постоянно читать одно и то же. Цель-то достигнута, я запомнил что-то уже. Но эти книги не для этого запоминания, нет, нет. Для того, чтобы забыть и снова читать, как будто заново. И когда мы забываем, когда занимаемся преданным служением, мы читаем, все знаем, начинаем жить поступки и видим, что тут я как будто забыл, как будто не знаю, я совершаю ошибки на каждом шагу. Я читаю, думаю, о Боже мой, вот мои ошибки в Бхагавад-гите написано, я это раньше не видел, я этого что ли не читал. Да как же я читаю Бхагавад-гиту? Похоже, не умею читать. Мне нужно следовать наставлениям гуру, а не просто читать Бхагавад-гиту. Ничего не получится без того, чтобы я это делал как наставление. Что гуру говорит, иди к Богу, иди к Кришне. Не просто читай Бхагавад-гиту, за этим стоит другой. Предайся Кришне, иди к Кришне, приближайся к Богу, не стой на месте. Не гордись, не давай себе какие-то оценки.
Кроме того, что ты вечный слуга, действуй как слуга. Не останавливайся никогда. Поэтому нужно читать Бхагавад-гиту, повторять одну и ту же Хари Кришна мантру и прочее постоянно, чтобы углубить это понимание. Слуга, и слуга, ну до какой степени слуга, и до какой степени душа, и степень осознания. То есть. Когда Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру, жители Вриндавана сходили с ума из-за разлуки с ним. Мы тоже можем стать обитателями Вриндавана, Вайкунтха-локи. Для этого мы должны обезуметь от любви к Кришне. Вот наставление Прабхупады. Не нужно никакого образования, нужно обезуметь от любви к Кришне. Вот мы с сегодняшнего начнем, похоже. Обезуметь, так, буквально, обезуметь от любви к Кришне. Так учил читание Махапрабху, подтверждая свои слова примером собственной жизни. Живя в Джаганнатхапуре, он не находил в себе места от любви к Кришне. Одержимый этой любовью, он то бросался в океан, то бродил всюду, как помешанный. В этом трансцендентном безумии прошли последние 12 лет. 12 лет имеется в виду круглые сутки. Это читание Махапрабху. Признано, что это не человек, это сам Кришна был. В шастрах есть информация, как Чхан-аватара, скрытый аватара, и мы не видим в нем Кришну сразу. Нет. Но мы видим безумную любовь к Кришне, какую испытывает Радхарани, больше никто, по симптомам описания. Эта аватара описывается как совместное явление Радхи и Кришны. До его явления никто из преданных вайшнав, из тех сампрадай, не думали, что так может проявляться любовь к Богу. С такой силой, что трансформируется материальное тело даже, что человек не нуждается ни в сне, ни в еде, ни в каких других вещах, как подобно тому, как Наратам Дас Такур явился. С теми же симптомами. Читание Махапрабху передал ему прямо через реку Падму. Прямо в Фомене в реке Падме Наратам Дас Такур ощутил те же самые симптомы, потому что какой-то золотой юноша вошел в его тело. С тех пор Наратам Дас Такур не мог спать и практически не мог есть. Он обезумел от любви. И думал только, когда же попаду в Вриндаван. И придя в Вриндаван, увидел Локанатху с вами, сказал, вот мой гуру. Я умру, если не получу посвящение от него. Какой я тебе гуру, сказал Локанатху с вами. Ты уже получил милость Господа Читания. Где ты тут видишь гуру? С тебя достаточно. Уходи. Не так-то просто было получить посвящение у Локанатхи с вами. Мы настолько смиренны, вайшнав. Он говорит, кто я такой? И ты кто такой? Как я могу быть твоим гуру? Наратам Дас Такур служил ему много-много времени, тайным образом, убирая отхожее место за ним, пока его не разоблачил Локанатхи с вами. Ну, в конце концов, он получил посвящение. И сразу гуру ему сказал его духовную сварупу. Сразу объяснил, кто он в духовном мире, что он должен делать сейчас. Нас отличается ситха пранали. Гуру сразу говорит наше место в миссии. Распространяя книги Прабхупады, говоря о Кришне, это подтверждается Господом Читанием Махапрабху. Кто бы ты ни был, где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, оставайся тем, кто ты есть. Просто каждому говори о Кришне, и ты становишься гуру. Вот это наш путь, наш процесс. В Джаганнатхапуре Господь Читания проявлял все эти симптомы безумия трансцендентного. Конечно, обыкновенным живым существам такой уровень недоступен. Тем не менее, став бхактами, мы сможем во всем увидеть отпечатки высшего разума Кришны. Ну вот слушайте внимательно, о чем Прабхупада говорит. Возможно, мы не сможем так вот достичь уровня читания Махапрабху Махабхавы. Это недоступно обычным живым существам, говорит, то, что Господь Читания проявил. Но что же мы можем? Став бхактами, мы сможем во всем увидеть отпечаток высшего разума Кришны. Очень важный момент. Беря в руки цветок, любуясь совершенством его формы, его чудесной окраской,
И размышляя над тем, как он возник, мы сможем ощутить присутствие Кришны. Это называется рачану чинтая. Рачану чинтая. Тому, кто обладает хоть крупицей разума, не составит труда понять, что за всеми совершенными творениями, которые мы видим вокруг себя, стоит разум Господа. Все сущее создано Кришной. Это осознание экстатическое также, экстаз. Видеть цветок Кришны все равно, что видеть Кришну через него, присутствие Кришны. То же самое. Как если вы видите отпечатки следов, вы понимаете, где-то недалеко здесь этот человек. Вы чувствуете присутствие, не видя его по отпечатку. Есть такие следопыты, которые идут по следу и в конце концов понимают, что человек прямо над ним, здесь, смотрит на след и понимает, вот это настолько свежий след, что человек этот буквально вот рукой подать рядом. Вот здесь во Вриндаване вот такая ситуация. До Кришны можно дотронуться рукой. Рукой подать. Здесь кругом отпечатки его стоп, говорится. Это то, что видел Господь Чайтанья Махапрабху. Но Прабху говорит, мы тоже можем это увидеть, наблюдая разум, который проявляется через, скажем, цветок. Пример цветка. На самом деле ничто не возникает само по себе. Все создается разумом Кришны и бесчисленными энергиями Господа, безукоризненно исполняющими Его волю. Чтобы нарисовать цветок, художник должен найти холст, кисти, краски, затратить много времени и сил. Но несмотря на все его старания и его творения, будет во многом уступать живому цветку. И тем не менее находятся негодяи, которые осмеливаются утверждать, будто материальный мир возник сам по себе, без вмешательства высшего разума. Кришна особо подчеркивает, что мы не должны думать, будто Пракрити, природа, функционирует сама по себе. Он говорит, природа действует под моим надзором. Нужно только развить в себе способность видеть это. Приманджана чурита бхакти вилочанена. Художники имеют склонность восхищаться природой, иначе он не будет художником. Восхищаться натурой, портретами, пластикой фигур, движениями, формой, цветом, колоритом, там много целой науки. Естественно, возникает вопрос у мыслящих художников. Он видит перед собой панораму. Красиво. И абсолютно все гармонично. Все сочетается. Появляется облако в небе, и тут же к ней добавляются какие-то оттенки, что взаимодействует. Все взаимодействует. Каждый примерно 10 минут все меняется с глазами художника, кто может воспринимать. Меняется постоянно. Оттенки, цвета, свет меняется постоянно. И это такая картина безграничного великолепия. Если это видеть именно такими глазами. Глазами гармонии. Но если человек не видит это, он видит что-то другое. Это специфика художника, скажем. Но даже не художники, которые видят вот эти красоты, путешествуют, чтобы просто увидеть мир, они в конце концов задумываются, как это вообще возможно, что все вокруг гармонии. Это же не случайно. И есть вопрос в Ведах, в Махабхарате, который задается таким образом. А кто рисует картины в небе? Что это картины? С них после этой натуры потом делают шедевры. Это картины. Кто это картины? Случайно не может получиться картина. Мы хорошо это знаем. Попробуйте. Возьмите холст, попробуйте случайно создать картину. Я пробовал. Это отчаяние. Не получается уже и так, и так, и сяк, и эдак. В природе вот любую вещь бросишь в пейзаж куда угодно, и гармонично лежит любая вещь. Красиво. На холсте спонтанно что-то сделаешь отвратительно. А нужно столько усилий, столько того, чтобы все это вписывалось, чтобы все это взаимодействовало, работало, было живым, чтобы создавало одну общую картину. О, с ума сойти можно, каким нужно быть мастером.
великие мастера, такие там известные наши русские мастера, есть византийские мастера или какие-то еще в истории человечества. Леонардо да Винчи известен всем. Очень невозможно повторить фактически то, что они делают. И за этим есть целая наука. Это творение Кришны, представьте, это величайшая наука. Она начинается с того, что мы предлагаем цветок. И вдруг замечаем, перед нами модель Вселенной. Цветок. Просто цветок. Кришна здесь. Прабхупада мог так видеть, вот он говорит. Вот давайте научимся видеть через Бхагавадгиту. Давайте этим языком. Не стремитесь сразу видеть Кришну с флейтом, с танцующим перед нами. На это уйдет, он говорит, 3 миллиона жизней. Очень сложно, очень сложно. То есть мы идем путем Бхагавадгиты. Но это будет возможно только тогда, когда мы займем свои чувства служением Кришне. Прежде всего необходимо занять язык, повторяя Хари Кришну и вкушая Бхагавад Прасад. Больше от нас ничего не требуется. Каково? Учиться не надо? Петь, есть просад, все, больше ничего не требуется. Если мы не отвлекаемся ни на что другое, этого достаточно. Если все же мы отвлекаемся еще на что-то другое, конечно, вспомогательные науки, чтобы мы не ушли в маю. Безусловно. Например, здоровье. Можно уйти в маю и увлечься здоровьем. Поэтому через юрведу мы не уйдем в маю, что юрведа объясняет, это связано с шастрами, с Кришной. Часть шастров вспомогательно необходимая. Приложение. Ясадева не писала юрведу, позже это было создано, это было необходимостью для людей. Что же касается астрологии, других вещей. Есть обычные гадалки, неведические люди, которые могут видеть какой-то... Но нам нужны ведические астрологи. Почему? Они свяжут нашу судьбу с Кришной, какая бы она ни была. Вот что ценно. Чтобы не ушли в маю из этих знаний. Мы знаем, что материалистические знания, чем их больше, чем глубже, тем глубже майя. Опасно очень. Это культивирование невежества называется. А суть в том, чтобы свои потребности удовлетворять материально, не забывая Бога. Это наука. То есть действуй, работай, сражайся. Но думай, Кришна говорит, обо мне. Думай обо мне, не забывай меня. И для этого есть много вспомогательных вещей. Требуется как семейные обязанности, как это вот их в сознании Кришны выполнять. Какая роль жены, мужа, что такие, кто такие старшие, равные, младшие, старшинство, как определяется, духовные есть критерии, вот эти критерии вводятся в эти наши практические вещи, но тоже как бы наука, становится наукой. То есть наука – это любая вещь, которую добавляете Кришну, становится научной. Если в нашу жизнь добавить Кришну, все будет научно. Ненаучно означает, что нет результата. Мы живем, в конце концов, страдаем. Где же результат? Ненаучная жизнь была не основана на науке, на знаниях. Научно означает, что мы избегаем страданий. Достигаем совершенства духовного. Блаженства бхакти. Это значит, все было научно. Если в нашу жизнь добавить Кришну и преданное служение, это будет на научной основе. Если в медицину добавить Кришну, это будет уже наука. Если в химию добавить Кришну, Прабхупада бы наговорил, это уже будет настоящая наука. Лингвисты, кто угодно, философы, добавьте Кришну в свою жизнь. То есть Бхагавадгиту, другими словами, его слова, это уже будет сознание Кришны. Поэтому преданные, принадлежащие к движению сознания Кришны, кормят людей прасадом и просят их повторять Хари Кришна Махамантру. Все. Там заканчивается комментарий Прабхупады. Это вообще глава сам по себе удивительно философская. И санхья-йога требуется очень внимательное, много внимания и усилий, чтобы разобраться в этих вот санхья-йоге. Но Прабхупада говорит вот такие простые вещи. Противовес как бы вот этим сложностям, что на самом деле процесс простой, очень простой процесс. Иногда преданные жалуются, что не могут запоминать шлоки кто-то. Кому-то это отдается, кому-то это труднее дается, кто-то вообще не боится этих вещей, экзаменов. Так переживает.
Не требуется специальных каких-то особых выдающихся способностей. Требуется только искреннее желание. И чтобы развить его, мы читаем, мы изучаем, чтобы убедить, потому что наш ум, если не будет убежден, он, естественно, будет неуверенным, непостоянным, нетвердым. Поэтому, конечно, мы говорим, изучайте философию, пожалуйста, как умеете. Не все философы, практически никто не философ, по большому счету, мало их, редкость большая. Но основу философии нужно знать. Бхагавад-гиту нужно знать основу. Могли же отвечать на любые вопросы. Преданный он такой, он может ответить на любые вопросы. Что у него есть бхава, есть определенное правильное настроение, есть основы, заложенные в этом. И как только преданный чувствует к нему, к какому-то человеку сострадание, видит его искренность, он сам удивляется, что знание само всплывает в его сердце, он начинает говорить языком Бхагавад-гиты. Он удивляется, да, я думал, что я это не знал, думал, что я это не запомнил, но я знаю эти вещи, когда я проповедую, я знаю эти вещи, оказывается. Ладно, преданный не проповедовал уже много лет какое-то время. Семья, какие-то дела были. Так случается. И затем пошла в какую-то мастерскую, там, не знаю, что-то она там заказывала, делала. И там мастер узнал, говорит, я вас видел на программе. Вы из Хари Кришна. Я был на вашей программе один раз. И она ему проповедовала 2 часа. Потому что у него был интерес искренний. 2 часа она там просидела и проповедовала ему. Потом книги принесла. Она мне потом сказала, я думала, что я не знаю философию, не знаю никаких наук. Вот я начала проповедовать. Оказывается, я все знаю. Через преданное служение я вижу, оказывается, человек каждый обладает знанием. Этот человек тоже. У него знание пробуждалось, когда он слушал. Мы вместе понимали друг друга. Смотрите, первый раз что-то слышала, я вспоминала. И это знание как бы нас связало духовно. Оказывается, мы живем одними понятиями духовными, с духовной точки зрения. Каждый человек. Это наука. Наука сознания Кришны. Просто услышал о Кришне, повтори, Шраванам Киртану, вот и все. Разве сложно? Это нужно услышать, и потом поесть прасад, чтобы повторить. Прасад закрепляет это. Это основа основ, фундамент прасад. На лекции ничего не понял, поел прасад, пошел проповедовать. То есть хорошо себя чувствует человека, пошел проповедовать. И что-то там наговорил иногда, что-то лишнего, может быть, даже передавил, может быть, что-то еще, но все счастливы, в итоге все хорошо. Когда мы начинали проповедовать, мы делали очень много ошибок. Это не то, что как сейчас, нас готовят, уже джентльменов выпускают. Мы стесняемся проповедовать, мы такие мягкие, мы джентльмены. Мы уже образованные, культурные, уважительные. В то время мы действовали по-другому. Как Арджуна, лук и стрелы, и вперед проповедовать. И разоблачать майяваду, материализм, громили все эти ложные вещи. И это было как бы уместно, может быть, в то время больше, чем сейчас. А может быть, сейчас это можно делать уже с таким образованием, в такой дух иметь, как у Арджуны, дух воина. Почему нет? Это было очень такое необычное время, конечно, и поэтому были необычные дела и события, это необычное время. Сейчас все тоньше, и требуется, конечно, больше знаний философских, больше этикета, больше культуры, больше воспитанности, чтобы нести это знание. Несомненно, это так. Потому что общество тоже получает образование. Тоже становится тоньше культура у людей. Здесь есть следующий текст, я его просто прочитаю. «Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание, отрешенность от мира, занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает меня, ибо я Верховная Личность Бога, абсолютная истина». Перестав служить гунам материальной природы. Вот в чем заключается наука. Если мы получаем образование, нужно иметь практическое приложение.
Служить гунам – это практика. И служить Кришне – это тоже практика. Вот это и есть как бы цель образования. Какие будут вопросы, пожалуйста? Знаете, практический вопрос. Это у меня просто. У меня племянник есть, и вот он учится в школе сейчас. Осталось там 2 года учиться. И у него сейчас очень большая проблема, что вот как бы у него нет желания учиться. То есть он почувствовал что-то, преданное служение, или я не знаю, насколько он это почувствовал. Он говорит, я просто хочу все оставить и там заниматься санкиртаной, например. Вот, насколько вы считаете, вот, ну, как бы это правильно? Потому что я смотрю вот так на преданных, и в принципе те преданные, которые получили образование, я вижу, что они как бы, ну, как-то вот, я не знаю, может быть, какая-то есть более такая вот жилка, что ли, способности вот как-то где-то найти служение или что-то, ну, что-то есть такое вот в образовании, что помогает вот в материальной части, да, а вот в духовной можно ли вот так вот взять все оставить и просто заниматься там преданным служением? Есть такие люди с рождения, что их можно готовить к жизни ачарья. Это редкие люди. Им не требуется какого-то другого образования материального. Сразу становится на путь ачарьи. Их воспитывают так. Прабхупада однажды где-то на Кумбхамеле, по-моему, было это событие, один из его поклонников, индусов, хороший преданный, очень человек, много помогал Прабхупаде, у него был сын. Когда Прабхупада увидел его сына, мальчика, он сказал, дай мне его, я из него сделаю ачарью. Как только увидел его, отдай мне своего сына, я из него сделаю ачарью. Человек не мог расстаться с сыном, стал как-то беспокоиться, и Прабхупада, ну хорошо, хорошо, ладно. Но он повторил это несколько раз. Такие случаи бывают. То есть это правильно, если человек не хочет учиться, хочет прослужить Кришне, правильно, если он не отойдет потом в сторону. Но мы знаем, что майя придет практически к любому человеку, поэтому мы говорим, нужно также образование и профессия. У тебя наверняка будет семья, нужно работать, зарабатывать деньги, иметь какое-то образование. Об этой стороне мы заботимся, только об этой. Если же вы теперь перед собой будущего ачарью, не заботьтесь ни о чем. Нет проблем. Но это редкое событие. На это мы не рассчитываем. В общей массе мы воздаем обычное образование и духовное воспитание. Не так, что человек в порыве чувств говорит, мне больше не нужно, я хочу только кринь. Порыв чувств, он пройдет. Может пройти, сентимент может пройти, смениться. К этому вопросу, если человек, например, занимается какое-то время, ну, бескорыстно, да, ну, насколько это можно, например, санкиртаной, брамачари занимается, и просто я, ну, наблюдал по опыту, что это же все равно человек зарабатывает благочестие определенное, то есть он отдает, он действует, но не берет ничего себе. И потом человек такой, даже не имея образования, к нему приходит и поддержание там, через жену, через родственницу и так далее. То есть не обязательно сам принцип этого образования, как бы диплом и так далее. То есть это же работает так же, что человек там 10 лет отбрамачарил, допустим, то есть естественно он получает какое-то благочестие, которое потом выливается в какие-то материальные ценности. Если человек бескорыстно служит Кришне, то все работает. Без его особого участия. Он может специально не заботиться о себе, если он на самом деле предан Кришне, на самом деле так. Но здесь говорится, если есть какие-то мотивы, желания, чувственных наслаждений взамен, все равно он пройдет через сложности. Если мы не можем полностью предаться Кришне, нам придется позаботиться о себе. Тогда самим какую-то часть нашей жизни мы должны взять на себя ответственность. Это долг, дхарма. Мы берем на себя долг еще определенный. Но если у нас только один долг, на самом деле служить Кришне, никаких долгов нет. Человека больше это описано в Бхагавад-гите. Нужно убедиться в этом, что это именно так. Для этого нужно время. Сколько человек будет брамачарием? Время это определяет, и со временем становится понятным. Время это фактор воли Бога.
И какое-то время человек себя хорошо чувствует вашими брахмачарями, но в какое-то время чувствует себя плохо. И тогда понятно, что нужно сменить ашрам. Брахмачарь, он не замечает времени. Нет беспокойства. Ну, настоящий такой брахмачарь. Он состарится и не заметит. Умрет и не заметит. Что жизнь была его не устроена, вообще даже не заметит ничего этого. Что он так и не женился, детей не оставил, ничего этого не заметит вообще. Не так, что вот я был брахмачарием, столько-то лет отдал, и что же? Но именно поэтому вот и что же. Вот теперь устраивай свою жизнь именно по этой причине, что ты рассчитывал на какое-то вознаграждение. А это неплохо. В любом случае ты служил Кришне. В любом случае Кришна тебе позаботится, не волнуйся. Будет у тебя и семья, и жена, и проблемы будут все эти. Которые тебя отвлекут от этих проблем брахмачарских. Семейные проблемы отвлекают людей просто от этих проблем. Они не избавляют человека от проблем. Так вот, да? Майя бьет. Надоело? Да, конечно, надоело. Сколько можно? Да невыносимо уже. Все, больше не могу. О, теперь хорошо. Теперь жить можно. А то просто говорить времени, там тоже будет то же самое. Это материальная природа. Итак, эти четыре ашрама, это просто мы балансируем в этом мире, как-то балансируем, что мы были как-то спокойно умели и, возможно, служить Кришне. Только в этом смысле они нужны. Если ты предаешься на всю жизнь сейчас, сразу ничего этого не нужно. Все очень просто. Кришна Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Я хотела спросить, как правильно действовать, если разум говорит, что определенная деятельность неблагоприятна для моей духовной практики, но у меня все равно не получается от нее отказаться, потому что ум сильно к ней привязан. Деятельность неблагоприятна для духовной практики? Да, то есть я понимаю, что это неблагоприятно, что это очень сильно мне мешает, но не получается от нее отказаться. Нужно понять, какая это деятельность, насколько она вредоносна или нет, или просто она занимает время. Занимает время, и особой пользы от этой деятельности нет. Если она не вредоносна, не думаю, что это проблема. Деятельность нужна для поддержания тела, для заработка. В основном сейчас так. Но, скорее всего, это больше относится к информации. То есть есть потребность в какой-то информации, и когда читаешь Священное Писание, ты понимаешь, что ты это выполняешь как служение. Но все равно какая-то есть неудовлетворенность, и хочется откуда-то извне еще что-то узнать, и ты понимаешь, что ты просто вобрал в себя лишнюю, абсолютно ненужную информацию. Но ты все равно хочешь эту информацию получать, и все время разочаровываешься, но остановиться не можешь. О, Боже мой, как закручен. Умело, как закручен узел, смотрите. Вот как распутать его. Сейчас. Он еще сильный, этот человек. Еще держит этот узел. Когда мы к 80 ослабнет уже. Естественно, произойдет со временем тогда. Мы просто служим, как умеем, в течение жизни, насколько возможно в наших условиях. Да, в Гите говорится, не можешь так делать, так не можешь делать, так. Ну вот я смотрю, как я, что я могу делать. Но со временем, я же больше осознаю, уже больше мудрость придет, и опыта больше придет. И Кришна мне скажет, я же тебе говорил. Я скажу, да, наконец соглашусь, ты прав. Теперь я понял, я прожил до седых волос. Теперь понял, Кришна, ты был прав во всем. И Прабхупада был прав во всем. Хороший опыт, хорошая жизнь тоже. Замечательно. Мы не становимся сразу совершенными, вообще никогда совершенными не становимся в этой жизни. Мы служим совершенным. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за лекцию. Я первый раз во Вриндаване и хотел попросить ваших благословений на духовный прогресс и спросить, как правильно предаваться Кришне и служить вайшнавам?
Как правильно предаваться Кришне? Нужно вставать рано утром. Это главное правило. И все успеешь сделать. И к вечеру будешь чистым преданным. Но потом нужно снова встать рано утром, потому что уже с утра мая будет. Ночью мая придет. Поэтому нужно снова утром вставать. В течение дня выполнять свои обязанности, и вечером снова ты будешь чистым преданным. И так каждый день. Вот такая безрадостная картина. Есть садхана бхакти называется. Это правило предписания, которое мы следуем. Наверное, уже ты это делаешь. Раз ты уже в Вриндаване, уже так поступаешь, приходишь в храм, воспеваешь, читаешь, ходишь на парикрамы. Вот это и есть путь предания. Он очень интересный, захватывающий. Много аспектов. Все аспекты жизни здесь заняты. И постепенно ты обретешь такую самостоятельность, как бы, в своей жизни. Ты тоже будешь применять это во всех аспектах. Видишь Кришну повсюду. Отлично. Микрофон у меня оказался. Где? Здесь. Да? Да. Я хотел задать вопрос. Я читал в шастрах, тот, кто зарабатывает на том, что он поет киртан или дает бхагаватам, и на этом зарабатывать деньги, это считается оскорблением. А вот относится ли к этой категории, когда преданный дает, допустим, обучает мриданге и назначает фиксированную плату за это и как бы поддерживает все существование и зарабатывает вообще на этом деньги? Относится к обучению мриданге вот это то же самое? То же самое это или нет? Это может быть как профессия, учитель музыки в данном случае. Так это можно оценить. Здесь имеется в виду, когда человек воспевает святые имена с мыслью, с целью заработать деньги таким образом. Вот это оскверняет киртан. Это апаратха. Если он воспевает искренне, не думает о плодах, но люди дают ему пожертвования, какие-то другой вопрос. Он не считает, сколько дают ему пожертвований. Будет доволен тем, что есть, и все. Идет дальше воспевать. Это хорошо. Это культура, всегда дают какие-то пожертвования браманам, вайшнавам. Это культура. Но вайшнавы не должны думать, что я пойду и мне дадут деньги за это. Прочитаю бхагавату, мне заплатят за это деньги. Или я назначаю цену за это, вообще ужасно. Это будет ужасно. Эти знания распространяются только с одной целью, как любовный обмен, чтобы у нас возникали духовные взаимоотношения. Только с этой целью. Не с целью заработка личного, личной карьеры. Гуру Махарадж, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, тема трёхгун материальной природы, она такая практичная в Бхагавад-гите, но с другой стороны, когда ты живешь, не так просто получается различать вот эти какой-то советы, и вот как перестать служить трём гунам материальной природы. Гуна — это область. Это как океан. Вширь и вглубь заполняет все. От высших планет до низших. Все три гуны присутствуют, все три. Невежество, страсть и добродетель, все есть. Это стихии могущественные. Под контролем времени они действуют. В результате создается деятельность на высших планетах, на других, на средних, на нижних. Все начинают действовать под влиянием гун природы. Гуна – это определенная, становится природная потребность, выражается как природная потребность. Мы хотим есть, хотим спать, то есть телесные эти потребности. Это все делают гуны природы. И мы их ощущаем, поскольку это сознание включено в это тело, мы это чувствуем как мою жизнь в этих гунах природы. Я живу. Ем, кажется, я живу, сплю, я живу, работаю, живу, мыслю, живу. Но это делают все гуны материальной природы, которые скрывают Кришну. Поэтому выйти за пределы гун человек не может сам по себе. Душа маленькая, она покрыта этими гунами, она не может преодолеть эту божественную энергию.
пока не обратится к Кришне, который за пределами Гуд природы. Это опыт чит-шакти, когда вы испытываете на себе влияние чит-шакти, откровений сильных вдруг. Вы слышите вдруг, вы видите счастье, вы слышите счастье, вот что-то начинаете прозревать, просыпаться от этих гун природы. Но, есть другое но, действовать в этом мире мы не можем трансцендентно, используя тело. Потому что оно в гунах уже. Трансцендентное сознание должно быть, сознание Кришны, думать о Кришне. Но сражайся, бери обычный меч, ты кшатри, это уже гуны делают. Но думай о Кришне, служи таким образом Кришне. Так, хорошо. Таким образом, действовать нужно в гуне благости. Предписано, вайшнав действует в гуне благости. Вот это тело занимает в гуне благости. То есть он омовение совершает, чистую одежду одевает, пищу принимает соответствующую, освещает ее. Через гуну благости все это делает. К страсти он относится равнодушно. Прославляют его или не прославляют, на это внимание не обращает. Есть деньги, нет денег, особенно не интересуется этим. Красив он или не очень, популярен или не очень, не придает большого значения. Это страсть. Но когда соприкасается с невежеством, он решительно отвергает его. Против. Вот этот стиль жизни. Быть в благости, быть радушным к страсти и отвергать невежество. И так можно думать о Кришне беспрепятственно, быть трансцендентным. Вот так может быть вне гун материальной природы. Сознание. Тело остается в гунах. Ну кто? У кого микрофон? Сколько время говорите? Сколько сейчас время? Полседьмого. В 7 часов будет Дамодараш. Сегодня будет необычный Дамодараш. Сегодня у нас есть особый певец. Будет приглашен. Хари Кришна, у меня вопрос по поводу чтения книг Шрилы Прабхупады. И в сегодняшней лекции я понял то, что цель чтения – это приблизиться к Кришне. Вот такой вопрос. Какое должно быть вот это глубокое настроение, настройка перед тем, как я начал читать книги? Вот я сел читать, открыл книгу. Что я должен, на что я должен медитировать? Как? Культура чтения книг. Ты берешь подставку из чистого золота. У тебя нет? Ну, из серебра хотя бы. Устанавливаешь Бхагавад-гиту там и читаешь молитву все мангалачаран с поклоном. То есть ты выражаешь почтение Бхагавад-гите как Кришне или Шримад-Бхагаватам как проявлению Кришны, как Кришне. Так ты настраиваешься, потом 50 кругов джапы. И то есть таким путем ты можешь освободиться за один день вообще. Поэтому я говорю, этот стандарт, ведический стандарт, такое отношение к священным писаниям. Выбрать нужно хорошее время также, чтобы ты не был слишком сытый или слишком голодный, чтобы был чистый, здоровый, удовлетворенный. У всех попросить прощения, кого обидел, и простить всех обидчиков. И, наконец, ом намо бхагавате, у тебя волосы дымом поднимаются в это время. И тут ты уже открываешь Бхагавад-гиту. Все, ты готов читать. Таков стандарт. Остальное как получится, я не знаю. Нет такого трона, я без трона могу, боже мой. Мы привыкли ко всему. У нас Бхагавад-гита — это обычная книга. Она может лежать там, там, иногда к преданным приходишь, где она только не лежит. Ну, пожалуйста, обратите внимание, что это божество тоже. Так будет, ну, больше правильного настроения к чтению. Те же музыканты, которые преданы киртане, имеется в виду, они берут мридангу или гармонию, это священный предмет для них, также не настраиваются таким же образом. Есть тоже специальная подставка для мриданги, для инструментов. Они клавятся мриданги, причем взять в руки,
То есть такая культура в храмах ведических. Ну, у нас в Исконе, видите, много поблажек, много льгот таких. Но неплохо, если вы будете что-то соблюдать из этого. Иногда можете Бхагавад-гите пуджу провести на алтаре. Это помогает нам серьезно отнестись к этой книге. Тоже. Гирлянду предложить, цветы, пушпу Бхагавад-гите. Все это стимулирует наш разум. Гурудев, огромное спасибо вам за лекцию. Подскажите, пожалуйста, может быть, для тех, кто первый, приезжает во Вриндаван, да, и вот может быть какие-то рекомендации по настройке, по погружению как бы в Дхаму, потому что иногда приезжаешь, не совсем ее понимаешь и теряешься, с чего начать. И вот часто вот, когда даже приезжаешь потом из Дхаму, тебя спрашивают, а вот я поеду, а вот с чего мне начать? Вот, может быть, есть какие-то такие вот, нюансики? Поделитесь, пожалуйста. Или, может быть, когда вы приехали первый раз в Дхаму, что вы почувствовали? Что я почувствовал, когда впервые приехал в Дхаму? Я почувствовал, что попал в какую-то сказку. Это буквально то, что могу передать. Потусторонний мир. Мистический какой-то другой мир. Вот это я первое, что почувствовал. После Майяпур мы прибыли во Вриндаван ночью. В 3, возможно, утра уже. Была Пурнима, вот Гару Пурнима прошла, она еще была полная луна. Я помню ту луну, эти странные деревья, почему-то ободранные. Не мог понять, что тут все деревья ободранные. Потом я понял, что обезьяны там живут тоже на этих деревьях, ломают их как-то. И все эти деревья, все что-то было, что-то мне напоминало. Это было чисто интуитивное восприятие Вриндавана. Мы сходили на Мангаларати, я помню это вот Радхарани, вот этот взгляд божества, это я помню очень хорошо, 30 с лишним лет назад, я помню, как сегодня. Это было какое-то впечатление глубокое, хотя в то время я не придавал большого значения этому, просто как-то чувствовал что-то и все, казалось. Это оказалось пожизненной самскарой. После Мангаларати мы ушли в ашрам. Напротив Огла Ашрама мы жили, здесь не было ничего, были леса. Нужно было ехать туда, в Вриндаван. Храм Кришна Баларам был на отшибе, за пределами Вриндавана, в лесу фактически. И мы ехали в Ашрам. 15 минут, это нужно было пешком, около километра примерно. Мы ходили пешком. Им нужно было отдохнуть, потому что мы ночь были в дороге. И где-то я проснулся, может быть, я не помню, уже солнце светило вовсю, и... Омовение, стирка, я сказали, что сушить можно на крыше. Я взял белье, пошел на крышу и увидел Вриндаван. Опять эти деревья и купола, храмов, никаких домов не было. Это были просто вот хижины там, простые, вот вриндаванские. Не было асфальта, ничего, этих дорог не было. Не было машин. Но, единственное, помню, это провода, столбы и провода были оголенные. И какая-то птица, не павлин, огромная птица вдруг появилась, в шоке был, села на эти провода и стала бить током. Она закричала, как сумасшедшая, упала вниз, стала кричать, ой, я в шоке был, она кричала, ругалась и полетела куда-то. Вриндаван, боже. И опять покой, знаете, покой, удивительное умиротворение, просто, знаете, трансцендентность какая-то после этого шока. Я думаю, я художник, вот это бы все так вот изобразить, как это вот настроение передать. Вот я не представляю, как какая-то натура другая вообще, я даже не знаю, что я вижу. С чего начать вообще? Вроде обычные деревья, но все необычное же. Я попал в такое положение, как бы, и тут обезьяна, оп, и села рядом со мной, появилась откуда-то. Я замер. Я первый раз попал в такую ситуацию вообще. Не знал, что делать вообще. Вот обезьяна... Она на меня никакого внимания не обращала. Я был скован, думал, так, что же должен делать? Уйти, остаться или что, или как? И поговорить с ней. Чего она здесь около меня сидит? Потом вспомнил Прабхупада, говорил, писал, предупреждал, что с обезьянами нейтралитет. Не привязывайтесь к ним и не мстите им. Нейтрально к ним относитесь, все будет хорошо. Ничего плохого не сделают. Она посидела, даже на меня не посмотрела и куда-то улетела. Это обезьяна. Я повесил белье, спустились вниз, пошли куда-то
на завтрак, и вдруг заметили, что это белье грызет обезьяна. Смотрит на нас нагло вообще вот так вот. И вот тхоти это вот зубами рвет, вот сюда вот, рвет, рвет. И тут наши преданные, там были с Украины, кто-то еще. Эй, ты что делаешь? Эй! Ну, русские. Ну, никак этого Вриндавана не вписывалось, но последний отход, понимаете? Тут ничего не поделаешь, тут не скроешь свою природу. Тут я уже не вайшнав, понимаете? Тут мне нужно разобраться с этой обезьяной. По-русски. Или по-украински. А она Бриджабасе вообще ноль внимания игнорирует. И просто уже дыра такая, уже рвет это. И так смотрит с любовью на вас. Ну, наглая обезьяна вообще, совершенно наглая. И какой-то преданный взял палку. Или камень, не помню. Прямо вот уже с таким гневом, раздражением, чтобы вот ее выгнать, бросить мне вот этот камень. Уже замахнулся только с агрессией. Это был. И там был Бриджабасе. Ай! Она слуга Радхарани. И камень у нее выпал из руки. Оп, мы вспомнили, мы же в Вриндаване. Другая ситуация. Так, мы постепенно стали вот шаг за шагом вспоминать, где мы. Была сплошная милость, конечно, в Вриндаване. Все нас забавляло, и люди, и свиньи, и эти большие деревья, и жара, тепло, и пески Ямуны. Она была недалеко еще, и ходили туда, мгновение совершали. По дороге этой пыльной, извилистой, с этими калпаврикшами кругом. Мы как в сказке ходили, рот раззинули, у нас был такой энтузиазм, энергия, мы было все интересно, мы бегали туда-сюда, омывались во всех кундах, куда бы только ни пришли, сразу омывались. Болели, не болели, с температурой все равно омывались, знали, это очищение, это милость, тут умереть, да, хорошо умереть, все были готовы умереть. Правда, правда, вот столько милости. Когда я заболел, сильно была высокая температура, вот, и врача не вызывали, ничего не нужно, никто не хотел ничего. Да и врачей, мне кажется, мы тогда не знали, как вызвать. Вот и бред такой идет, температура высокая скачет, и счастье внутри. Счастье потрясающее, блаженство было. Я думаю, если так умереть, я согласен хоть сейчас. Во Вриндаване. Вот такой был опыт. Но я посмеялся над свиньей, помню. Кришна меня наказал, у меня рука целый день не могла подняться после этого. Я так пальцем показал, и говорит, смотрите, настоящая свинья, в грязи живет, этот палец мой. Вот так прям, начиная с пальца, у меня сила стала уходить, и как плеть рука отвалилась. И тут же сознание, я слышал аппаратху. Ясность была, абсолютная ясность, только что слышал аппаратху. Я тут вижу свиней, я не преданный. Мне тут Вриндаване делать нечего, убирайся отсюда. Я поклон этой свинье, Хари Кришна, Ванчаклапа, Тарубеща, вот тебе прасад, вот тебе все на свете, прости, прости мою глупость. Я это сделал в уме, конечно, так больше, чтобы не шокировать публику, но я это очень искренне стал делать. Я думал, Вриндаван – удивительное место, тут многому можно научиться. Потом мы нашли какое-то дерево, помню, неизвестные плоды неизвестные, стали трясти его, как сумасшедшие. Плоды не очень-то отлетали, мы там трясти надо больше, мы русские. И тоже голос был, эй, в Вриндаване все деревья калпаврикши, мы, ой, боже, опять мы в маленькую попали. Потом был прасад огненный, прасад был постоянно, огненный прасад. Все горели изнутри, и вода. Вода в Вриндаване не было в бутылках тогда. Если даже кто-то завозил бутылки, у нас не было денег на бутылочную воду. И нам GBC показал источник воды, кран, где все-таки западные люди могут пить эту воду. Из других источников не берите, говорит, будут серьезные проблемы. Дизентерия, может быть, тиф, ну, серьезные. Вот этот источник, вот проверенный, берите отсюда. Мы брали с Фоглашем этот, бутылки набирали себе, пару бутылок на день. Эта вода слабила желудок. Проблем не было. Но постоянно кто-то куда-то бегал. С парикрам туда только успевали место искать. Вот на этой воде мы жили и ходили на парикрамы.
И когда нам сказали, что в Риндаване, когда вы болеете, очищаетесь, мы были счастливы. Все были счастливы, потому что все болели. Прокалывали ноги колючками, все это было обычное дело, ожоги. Все были, у нас не было, может быть, зонтиков, панамы, уже были такие отреченные от всего. Носы все были такие облупленные, покусанные комарами все, вот, вот такие все. Никто не использовал там какие-то мази, все это майя считалось для нас. Поэтому наш GBC сказал, если вы видите преданного такого обожженного, обкусанного, это русский преданный, русский вайшнав. Он спит под деревом, он жертвует своей жизнью. Вот, вот так, такой был Вриндаван для нас в то время. Удивительный Вриндаван. Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос как раз тоже по поводу омовения в священной реке. Мы по утрам обходим Вриндаван, но никто, в принципе, не омывается в реке Ямуне рано утром. Вот. Мы просто брызгаем водой себе на голову и идем дальше. Это равнозначно или нет омовения? Вопрос сознания, да? Говорится, да, это то же самое омовение. Ну, конечно, полное омовение лучше. Ну, как бы желательно, да? Полное омовение. Ну, не обязательно. Это я не настойчиво говорю. Это лучше всегда полное омовение. Вопрос такой. Говорит, что инфекции там и все такое. Инфекции? Да, какие-нибудь там. Ну, если вы думаете про инфекцию, получите инфекцию. Ну да, да. То есть я тоже если про Кришну отвечаю. Думаете, получите Кришну вместе с инфекцией. Вот. Инфекцию все равно получите, она тут есть, это точно. Но с другой стороны, здесь живет одна русская преданная давно уже, она не болеет ничем. Я спросил, почему она не болеет. Мне сказали, она омовение в Ямуне принимает каждый день. Это даже вот чисто флора это попадает каплями, и иммунитет вырабатывается. Так еще объяснили физически. Она не болеет. Ничего. Она ест просад любой давности, любого срока хранения. Вы же знаете, что ты ешь? Это же уже пропало. Это просад, он не пропадает. Оп, и съедает. И не болеет вообще. Вот кто другой съест, все, конец ему будет. Сати живет. Просто я приехала, когда у меня как раз вот это противоречие. Вроде как все говорят, что нужно омовение совершать, а я приехала, и как-то никто этого, в принципе, не делает. Только брызгают себе на голову. Ему не? Все, да? Да надо омовение, почему надо, не надо? Да. Но только найти нужное место, не отхожее. И все, найти место подходящее. В Ямуне, это прежде всего, когда мы приезжаем в Святую Дхаму, прежде всего мы омываемся в Ямуне. Это первое, что нужно сделать. Это вход в Дхаму. Достаточно тепло, я не вижу проблем, чтобы сделать омовение. Вопрос из интернета. Преданный спрашивает. Мы получаем образование из года в год, но наше ложное эго учится вместе с нами. Анархи теперь огражены крепостью шлок и цитат. Ум учится оправдывать наши поступки, стремиться к своим целям. Как быть? Заняться преданным служением. Читать Бхагавад-гиту, наоборот, перевернуть вверх ногами и читать. Заняться преданным служением. Мы должны обрести в результате образования, обрести определенную эмоцию, вдохновение к преданному служению. Тогда образование было правильным. В этом случае считайте, что вы образованный человек. Еще один вопрос из интернета. Как увидеть Кришну в людях? Как научиться любить людей, всех без исключения? Не пытайтесь, нет, не так, не так. Мы не любим просто людей. Или собак, или свиней, или деревья. Мы любим Кришну. Там есть душа. Мы любим разумом. Не просто через чувства. Вот красивое дерево, я люблю это дерево. Вот красивая женщина, она мне нравится. А вот некрасивое дерево, некрасивая женщина, мне не нравится. Это чувство. Мы любим разумом. Разум контролируется шастрами. Мы знаем, Кришна в сердце каждого живого существа. Мы уважаем. Он присутствует там. Также там есть душа. Это не просто человек. Это форма жизни для самосознания. Мы с
почтением относимся к этому. Разум. Чувственная любовь – это, ну, может быть, в грехах с хашами, когда семья, муж, жена, дети, там также есть место чувства, эмоций. Вот на это хочу женщин жениться, а на это не хочу. Это для семейной жизни допускается. А вот в проповеди, если у проповедника, это не допускается вот так дискриминировать людей. Мне хочется проповедовать красивым женщинам, понимаете? И богатым мужчинам. Это материальное сознание. Хари Кришна, Гуру Махарадж, а вот что будет преданному, если он убивает муравьев в дхаме, комаров, ну вот что вообще? Ну, видимо, станет муравьем в дхаме, его прихлопнут где-нибудь на парикраме. Око за око, зуб за зуб, так? Я не знаю, но реакция будет какая-то. Например, если вы здесь убиваете комаров, наверняка вы сильно заболеете потом. Ну, просто опыт есть такой. Можно наблюдать эти вещи. Если мы здесь совершали какое-то насилие или обманывали, наверняка через болезнь какая-то реакция пройдет. Один из вариантов. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Благодарю вас за такие вдохновляющие лекции. Где? Здесь. Скажите, пожалуйста, скоро близится марафон Шрилы Прабхупады, и это очень ценное время. Скажите, пожалуйста, как действительно стать инструментом и не рассчитывать на свои силы именно в марафоны? И, может быть, какую-то небольшую вдохновляющую настройку дадите, пожалуйста. На марафон Шрилы Прабхупады? И благословение можно попросить. Нужно собираться вместе перед марафоном, обсуждать, готовиться к марафону, вот, раздавать книги друг другу, слушать истории санкиртаны, то есть нужна подготовка к марафону. Не ни с того, ни с сего, это трудно. Нужно совместное усилие, нужна мантра общая, нужен киртан в этом духе, в духе санкиртаны, мы готовности выйти на санкиртану. И разум, как распространять, где распространять, потому что это небезопасно, надо распространять книги. Иногда это запрещено, распространять книги где-то. То есть тут также нужно подготовиться к этому, стратегию иметь какую-то, подготовка нужна. И все остальное придет все автоматически, вдохновение будет. Можно попросить, пожалуйста, благословений? Я 5 лет уже распространяла в команде Вальмики про марафон книги. И хочу продолжать, мне очень дорога эта команда. Уже все благословения за 5 лет, уже вся парампара там благословляет. Просто продолжай все. Хари Кришна, примите мои поклоны. Мне немножко хрипит голос, простите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как быть, если я, будучи первый раз в Дхаме, во Вриндаване, и так получилось, что Брама на меня обиделась. И я просто выполняла распоряжение старших, а ситуация так сложилась, что по оценке человека я поступила неправильно и воспринимает как оскорбление. Как мне быть, потому что эти настроения он передает другим преданным, и они, соответственно, реагируют. Как оскорбление совершила? Мыслями, словами или поступком? Я не дала просад. Не дала просад, потому что мне сказали разделить вот столько-то, а вот этого условия не было. Пришли с намерением, как будто бы это для прям приготовлено прям для него, для этого человека. В конце потом разобрались, что это тоже можно разделить и тоже можно поделиться. То есть делал служение, не успел делать или сделал, все равно можно. И об этом потом сказано было. Но это не восприняли как то, что так ситуация сложилась.
То есть ты делала все правильно, все возможно, но люди сказались недовольны. Ну, по моим ощущениям, что я все правильно делала. И я там спрашивала у старших, других инициированных преданных, которые говорят, ну, браман обычно так не реагирует. И... Так, жюри, какой приговор? Казнить или миловать, как? Благословить. Продолжай преданное служение. Все хорошо. Кришна, спасибо большое, Махарадж. Не нужно бояться святой Дхамы. Не нужно напрягаться и думать, что на каждом шагу какая-то апаратха. Наслаждайтесь жизнью. Просто будьте заняты, чтобы не было времени на глупости, и все. Все. Читайте книги, ходите на парикрама, чуть что киртан пойте. Вот чуть что сразу запивайте. Это надежно будет. И веселой гурьбой по Вриндавану ходите, вдохновляйте всех, бейте в барабаны. Замечательно. Свобода. Не думаю, что сейчас кто-то из новичков способен тут совершить какую-то большую аппаратку. Ну, это неопытность, может быть, какая-то. Это незначительная вещь. Кришна не такой жестокий, как кажется. Все получат милость, так или иначе. А он также говорит, что «Ахам твам царва папепхи» защищает тебя от всех твоих ошибок, которые ты совершишь на этом пути. Ну, под защитой. Намеренно ничего плохого не делаем. Вот такое правило. Намеренно. Сколько время у нас? Время там? Шесть? Без пяти. У нас 5 минут еще на вопрос есть. Рати Манджари, Кинчана здесь? А? Он уже здесь? А Кинчана пришел? А? Идет? Идут. Еще вопрос. Вопрос похожий, но немножко другой. Мы как-то делали служение несколько дней назад, пропустили лекцию Гурудева. И в этот момент мы служили для Радхи с Кришной, делали одежды цветочные. И потом так случилось, что Матаджи одна встретилась и сказала мне, что не нужно стремиться напрямую служить Кришне. Надо сначала получить благословение Гурудева, а потом уже стремиться куда-то, потому что это нельзя перепрыгивать. И что тем более, если в это время идет лекция Махараджи. А я потом думаю, а если и парикрамы в это время, тогда как быть? И ну что нужно получить благословение? Как вот? Держитесь от Кришны подальше, так? Он непостоянный, он обманет, копи говорят друг другу, то же самое говорят. Не служи Кришне непосредственно, будет большая проблема. Вриндава не так. Но Кришна в сердце находится. В сердце ты можешь служить Кришне, как пожелаешь. Ну, а внешне мы просто служим, как положено это делать. Правильно. А в сердце свободно это делаешь. Любишь, как умеешь, служишь, как умеешь, в сердце ты свободна. Я потом после служения, оно закончилось примерно тогда, когда уже было приветствие божества, мы ночью там все сидели, а потом была лекция Гурудева 8 часов. Я пришла на Шримад Бхагаватам и там спала, чуть ли не спала. Но я пришла на лекцию, потому что сказали, нельзя пропускать. Ну, с тобой же все понятно, да. Там вопрос. Харе Кришна, подскажите, пожалуйста, как правильно выходить из депрессивных состояний в сознании Кришны? То есть бывают вот дни тяжелые, эмоциональные, и бывает даже причины не находишь, просто тяжелое состояние. Как вот в таких ситуациях лучше всего поступать? Если это не имеет болезненных как бы таких симптомов, то при помощи хорошей садханы легко можно это преодолеть. Если регулярный мангаларати, хороший 16 кругов, все будет хорошо. Прасад, все хорошо.
Но если вы чувствуете, что это уже как бы на уровне болезни какой-то, что это выше сил, даже не хочется мантру повторять, там, Ритина Мангаларати, вообще не хочется книги читать, Прабхупады, вообще Кришна не поможет мне никогда, если вот, в таком умонастроении, то нужна медицинская помощь. Какие-то нужно принимать лекарства, очевидно, как-то заботиться уже об этом. Вот, родственники могут помочь, доктора. Но если это в пределах здорового разума, ничего страшного. Бывает такое у каждого человека, плохое настроение бывает. Ну как проверить, здоровый человек или нездоровый человек? Вот он в депрессии. Его легко вдохновить. Вы приходите к нему домой в гости, у него плохое настроение, но он знает, вот гость, он улыбается все равно. Идет на кухню, что-то готовит, значит, все в порядке. Если вы к нему приходите, он никак не реагирует. Ну, конечно, он больной. Тогда тут нужно позаботиться, гость должны понять, тут надо помощь какая-то нужна. Депрессия сейчас, да, вот знаете, это не так давно я был, когда в Челябинске проездом, там одна ученица работает на скорой помощи, она сказала, что участились вызовы. Люди вызывают скорую помощь из-за панических атак. Сильнейшие фобии. Не знают, что делать. Просто страх, как будто умирают, и они набирают номер скорой помощи и вызывают врача, не знают, что делать. И врач приезжает, тоже не знает, что делать. И таких не было примеров. Я всю жизнь работаю на скорой помощи. Сейчас все чаще и чаще молодые люди. Вот наше время такое. Прабхупада сказал об этом, он говорит, что у них не будет другого выхода, как повторять Харе Кришна мантру и принять сознание Кришны. Хотя бы в плане нормальной, здоровой жизни. Поэтому относитесь серьезно, потому что мантра лечит все психические болезни, Прабхупада. Мантра лечит все психические болезни. Депрессии, фобии. Но, конечно, это не такое простое дело. Насколько мы к этому серьезно отнесемся, вот это важно. Заведите себе порядок. Что бы ни было, каждый день 16 кругов учитывайте внимательно. Делайте это.